Просто в очередной раз. Ничего нового, просто в очередной раз нам плюнули в лицо. Ко мне подошел вчера парень на автосервисе. Он хотел обсудить то, что произошло с Евгенией Васильевой. «Нас вообще никто не уважает. Нас вообще никто не боится», — сказал мне парень с автосервиса. Он говорил об отношениях народа и правящих элит. А знаете, ведь совсем недавно он не сказал бы так. Он вообще бы ничего не сказал. Мы привыкли к плевкам. Мы от них даже не утираемся. Засохшие плевки предыдущие становятся коркой на нас и защищают нас от каждого нового харчка. А вот в марте 2014 года, после присоединения Крыма, после воссоединения России и Крыма, мы сильно изменились. И нам вдруг снова стало горько и обидно от новых харчков. Понимаете, я обращаюсь к правящим элитам. После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года у нас у всех тут, у народа, будто крылья появились. Сердца наши стали биться в унисон. Нам понравилось. Нам понравилось быть гражданами. Нам понравилось быть на острие истории. У меня после присоединения Крыма была эйфория. У всех, абсолютно всех, кого я знаю, была эйфория. Счастье, радость переполняли. Мы чувствовали себя нарождающейся гражданской нацией. Мы чувствовали, что нам хорошо вместе. Мы чувствовали, что мы уже больше не расстанемся. Это был момент точки сборки нации. Мы чувствовали, что самоуважение, наше национальное самоуважение и каждого из нас по отдельности становится общим чувством. И мы захотели быть гражданами. И мы понимали, нам запрещено быть гражданами. Было раньше запрещено. Но теперь мы ими будем, и мы не согласимся быть больше просто так, быдлом. Но вот такой был всплеск гражданственности, милые правящие элиты. А вы что, не заметили этого? А скажите, правящие элиты, вы обрадовались всплеску гражданственности русского народа? Или вы испугались его? Или вы вообще не поняли, что с этой херней делать, да и позабыли про этот всплеск гражданственности? Может быть такое? Так или иначе, вы пришли насрать нам на голову в случае с Васильевой. А мы типа были не готовы. Мы типа испытали горечь и разочарование. Нельзя гражданской нации срать на голову. Даже если это совсем молодая гражданская нация. Даже если это совсем робкая гражданская нация. Нельзя нации срать на голову. Даже не знаю, как вам это объяснить. Но это, наконец, просто опасно. Опасно разбудить людей, разбудить в них гражданственность, а потом насрать им на голову, понимаете? Всем доброго.